Сегодня на заседании избирательной комиссии двум кандидатам были выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов, а именно кандидату от «Единой России» Сергею Коткину и кандидату от «Справедливой России» Виктору Шустрову. Таким образом, разрешения на открытие специальных избирательных счетов выданы 8 кандидатам. Среди них 3 самовыдвиженца – Мария Полякова, Владимир Кисляков и Максим Малышев. И 5 кандидатов от политических партий – Андрей Смыченков, ЛДПР, Александр Саблин, КПРФ, Алексей Лебедев, Коммунистическая партия «Коммунисты России», Виктор Шустров, «Справедливая Россия» и Сергей Коткин, «Единая Россия». Кроме того, на заседании назначили членов избирательной комиссии НАО, ответственных за работу с избирательными бюллетенями при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы. Ими стали Георгий Попов, Людмила Таскаева, Лариса Свиридова и Михаил Васильев. Также на заседании назначили уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов в депутаты. Мы плавно подходим к следующему этапу избирательной кампании, когда кандидаты уже предоставляют документы на регистрацию. И 23-го истекает срок для кандидатов, выдвинутых от политических партий, предоставлять документы и тем самым подтверждать, что они желают баллотироваться и подтверждают решение партии на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата. Напомню, сегодня на выборы выдвинулись 8 кандидатов, 5 из них от политических партий. «Справедливая Россия» выдвинула Виктора Шустрова своим кандидатом в одномандатном округе номер 221 на 8-м съезде 27 июня. Списки «Справедливой России» были заверены Центризбиркомом РФ 12 июля. Член Коммунистической партии «Коммунисты России» Алексей Лебедев уведомил 15 июля избирательную комиссию Ненецкого округа о выдвижении в депутаты Госдумы 7-го созыва по 221-му одномандатному округу. «Коммунисты России» входят в число 14 партий, допущенных к участию в думских выборах без сбора подписей. Она выставила кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Андрей Смыченков был утвержден кандидатом от ЛДПР в 221-м одномандатном округе на 29-м Всероссийском съезде партии 28 июня. Он же стал единственным кандидатом, включенным в территориальную группу номер 134, которая представляет собой территорию НАО. Первый секретарь Ненецкого окружкома КПРФ Александр Саблин стал вторым партийным кандидатом в Думу по одномандатному округу номер 221. Кандидат выдвинут своей партией КПРФ. Это произошло на партийном съезде 25 июня. Сергей Коткин был выдвинут кандидатом от партии власти по округу номер 221 на 15-м съезде «Единой России» 27 июня. Он стал победителем предварительного голосования, которое прошло 22 мая. Напомним, что выборы в Госдуму 7-го созыва пройдут в соответствии с принятым в 2014 году законом, возвращающим смешанную систему выборов в Нижнюю палату парламента. Согласно закону, половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам и половина по одномандатным округам. Кроме того, по закону в парламент следующего созыва пройдут партии, которые преодолеют 5-процентный барьер